Всем привет, ребят. Ну что, вы готовы? Наконец-то я докачал. В принципе, я не особо-то долго качал судьбу. И мы сейчас будем делать Минотавра 12-12. У меня хватает очей здесь. В общем, сейчас будет трешачок. Прокачаем его на 12-й скилл. Посмотрим, что с этого получится. Посмотрим, как он бьет. Он у меня непростой. Если вы уже смотрели то, как я ролил талантики, или смотрите, не знаю, у меня он 8-8, ремка, плюс 70% атаки, рунами у меня стоит 8-й порочный пакт, 6-416 урона, 150% к атаке. В общем, вот такая вот сборка получилась, довольно-таки неплохо, я вам скажу, и мне это очень нравится. Тут еще увеличение 70% у нас, скоро мы докачаем. Поставил специально ремку, потому что ремки рунами лень бывает менять, и в принципе 90% к атаке это просто жесть. Потом мы сделаем пакт и ремку рунами уже поставим со временем. Так, что у нас? 55 целей, 230%, 3,5 секунды стан, 70% забора энергии. В принципе, все как обычно. Down 6 секунд, ничего такого, скажем, нового нет. Поехали его качать. Сейчас мы ему качаем 11 скилл. Помимо того, что у него сейчас увеличится конкретно урон, у него увеличится еще базовые характеристики, плюс скилл будет набирать процентуальное значение. Сейчас мы посмотрим, сколько там чего будет. Ну вот, мы уже немножко его подкачали. Получается, у меня поручный пакт с максимальным уродом. Тетушка Якорь. Смотрите, как мисует. Вот так вот он ударил и просто убился. Просто пропал. В общем, убиваться он будет очень круто. Почему я качнул ремку? Потому что я могу теперь поставить железную волю. Поручный пакт 8. Без проблем рунами. И мне этого будет вполне хватать. Давайте тетушку там выпустим, там стрелок полетел. Бум, и опять его слили. Так. Сейчас мы найдем расту попроще. 98% уже выбивает получше. Дойдем до 11 скилла, посмотрим изменения. У него добавится еще снижение скорости набора энергии. Вроде так оно переводит, не знаю, посмотрим уже окончательный перевод, или напишите в комментах, кто уже знает точный дословный перевод. Буду благодарен, в принципе, всем будет интересно на это все посмотреть. Так, ну под Купидоном хранителем тут по-любому будет максималка. Так, где наш Минотавр? Так, отлично. Есть 11 скилл. У нас смотрим, что у нас изменилось уже. 240 плюс 10%. Все остальное осталось. Плюс добавилось, как видите, 50% снижения. 3,5 секунды. Вот так вот. В принципе, как и стан. То есть действует одинаково. Смотрим теперь расту какую-то. И попробуем сейчас выбить. 94%. В принципе, это рейд. Тут особо мы так не затестим. Потому что тут все от силы зависит. А и в многих локациях от силы все зависит. Ну, 100% выбивает. Это пока 11 скилл, ребят. Это еще не максимум. 88. Ну, так вот. Ну что, поехали дальше его. И уже потестируем конкретно на подземках. Посмотрим. А вы уже можете сравнить там, ну и в принципе вы не сможете сравнить, потому что у вас восьмерок нету. Ну просто потом потестировать. Возможно, я потом потестирую. Я хочу просто на максималку прокачать и посмотреть, будет ли какой-то эффект в рейдах. Там ветви гелий пока нету. Так. Поехали, добиваем его на максималку. Мы даже не так сделаем, я потом верну.
верну порочный пакт, просто в многих с порочным пактом уберу полностью все, что нам будет мешать. Так, сейчас, секунду. Ну, то есть я тестану на подземке, допустим, там еще где-то. Ну, на подземке, потому что надо стабильный урон одинаковый плюс-минус проверить. Больше у нас негде, к сожалению. Ну, в принципе, вы и так, кто бегает минусом, вы видите разницу. И вы уже сравните, или я сравню потом на русском у себя. На подземке. Так, есть 12-12. Отлично. Ну, статы стандартные у нас, что мы имеем. Вот так вот он теперь плюс 14-800. Офигеть, почти 15к, ребят. Это просто жесть. Я думаю, он сейчас будет просто выбивать все нафиг. процентов. 99,6. Ну, можно будет еще немножко добрать ремку. Потом девятку сделать. 88. Почему ремка, аж говорю, железная воля, можно оживу, можно поставить рунами, и этого будет, в принципе, хватать. Вариантов как бы очень много разных. 100%. Конечно, тут раста не максимум прокачанная, но плюс-минус. Идем уже на подземках посмотрим. Ну тут вообще как-то непонятно. Но выбивает сотку. Я бегал раньше, не выбивал, это у меня еще титул не максимальный. Думаю, на основе можно будет тестануть потом. 99, ну, плюс-минус, видите, надо еще немножко будет докачать. Такой вариант, мне кажется, самый оптимальный будет для Минотавра. Ремка, и вы себе что хотите, можете поставить. Урона у вас будет в любом случае хватать. Под Купидоном тем более. 97%. В принципе, расстановочки уже более-менее топовые у нас. шесть. В общем, вот как-то так. Плюс жизнь добавилась, плюс статы разные. Так, поехали на подземочки. Самое интересное. Стартанем вот с этой подземки. Сейчас, может, его и сольют быстро, не знаю, посмотрим. Пусть юнита выберет. процента. В общем, вот как-то так. Уже неплохо. Я думаю, сейчас он должен добить полностью уже на максимум. Нет, не добил. 87. Ну вот как-то так. Теперь давайте возьмем магию. Возможно, с железкой было бы поинтереснее, но пока попробуем так. Идем. Попробуем тут. Интересно просто посмотреть на урон на разных подземках. Не знаю, ли он сейчас, конечно, добежит. Наверное, его, скорее всего, сольют быстрее. Магия пропала. Ну, ударь. Так, ну что мы видим? Ну, где-то
Некоторые вот таблетки, смотрю, вообще наполовину посносил. И, к сожалению, его уносят. Нужно все-таки железную ставить, либо слона. Давайте попробуем его поставить слона. Это у меня он не улучшен из-за неудобства. Я его сегодня докачал. Так, окей, смотрим. Вот тут, я думаю, без вариантов. 97, видите, чуть-чуть не хватает. Надо все-таки девятку делать, и будет, в принципе, для рейдов хватать с головой. Это еще не максимальный у меня титул. Поехали обратно на подземочку. Так, магию я, как обычно, просрал. Так, ну по некоторым зданиям вижу, наполовину сносит. В общем, половину выбивает. Неплохо. Так, берем такой вот вариант. Берем обратно магию, резаем, пробуем еще разок. Я вам тут, конечно, не затестю его на максималку. То есть мы не увидим разницу особо большую. Но все-таки я по рейдам для себя увидел разницу. Успеет добежать, не успеет. Вот 44% за два удара, ребят. В принципе, уже неплохой результат. Это без бафов. Да, мы там кинули ускорялку, но нету тыквы, нету разгона. Самое интересное. А теперь давайте попробуем с тыковкой, с разгоном. Разгонимся на максимум. Как по мне, очень-очень хорошо он уже выдает. Даже так вот. Ну, тут, конечно, без проблем все будет. Я не знаю, на каких подземках его тестировать. Давайте попробуем на седьмых. Ну, там на седьмых, в принципе, юнита. Там и Анубис нужен и прочее. Так, ради интереса чисто таким лаферным. Сейчас попробуем еще с новым героем. Так, ну вот так вот попробуем. И Франки у нас тут. У нас, кстати, сейчас нету смотрителя. Не, эти слили. Ну, здесь его тестить без Анубиса, я думаю, бесполезно. Чисто на битве гильдии я его потестирую. Сразу, как только битва гильдии будет. Давайте посмотрим в экспедиции. Но опять же, здесь тоже все рандомно будет. процента. Ну, я считаю, неплохо. Опять посмотрите, как долбит. Я думаю, у меня на основе даже так не будет выбивать он. 94. Соточку. Ну, тут слабенькие здания. Сейчас под конец будет сразу же видно. Вот тут вот хорошо прокачанное здание. А где бы нам подступиться тут? Вот отлично. Сотка. Фига себе. Ну, не знаю, ребят, это реально жесть. Вот ему улучшили мы немножко. И смотрите, опять сотка. А здание здесь уже хорошо прокачанное у парней. 95, чуть-чуть не хватает. Но я думаю, ремка 9-9 все исправить. А тут его просто слили.
Вот так вот по последним. Так. Давайте теперь попробуем вот так вот. Уберем ремку, поставим так. И рунами поставим железную волю седьмую. Такой вот вариант. От стана у нас защита есть. Теперь можно поставить сюда ангела. Для дефа. Стан нам не страшен. И давайте зайдем на ту же самую подземку. Посмотрим, что у нас изменится. Ну, 18% сразу же видно, что, по-моему, получше бьет. Тут, конечно, есть наземные юниты, сейчас мы их 64, но, ребят, это однозначно, однозначно жесть. Сейчас третий заход, походу, он должен снести все здания. Да уж, что вам сказать? Не, не снес? Странно. Очень странно. Минотавр соло бегает по подземкам. Так, ну давайте еще разок тестик. В общем, я считаю, это реально хорошо, что они там не набавили ему очень много урона, какие-то имба прокачки. Вот этого именно хватает с головой. Да, плюс есть, огромный плюс, урон 20%. Вот посмотрите, уже мы здесь разобрали. В принципе, круто. Давайте еще ради интереса забежим на мою основу тогда, коли мы тестим. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо перейти на себя. Так, суки, мы на моем аккаунте. Ставим сюда Минотавра. Сейчас затестим. Посмотрим разницу сразу же. То же самое сделаем. На этот ангел только посильнее. Конечно, может где-то разница немножко будет. Ну, хотя бы ради интереса. Все то же самое. Правда, у нас смотритель есть. Где-то приблизительно, наверное, то же самое. Может, тут и титул влияет, я, честно говоря, не знаю. Надо было бы это тестануть. Ну, в общем, где-то плюс-минус, мне кажется, тоже. Но все-таки там урона побольше. Когда я здесь прокачаю, туда я уже точно скажу, насколько разница, потому что там 12. В общем, вот так вот. Вот такой вот у нас Минотавр по рейду. Сразу могу сказать, что прирост есть, и прирост интересный. 20% плюс еще увеличивается атака, плюс можно набрать рунами. В общем, вот такая вот у нас прокачка. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.